Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Mayi bhaktir hi bhutanam amritattaya kalpate. Mayi bhaktir hi bhutanam amritattaya kalpate. Sangsar sindhu utvarani hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manoshed Premam budhau viharani jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, before leaving this material world, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, перед тем, как уйти из этого материального мира, он, плача, сказал, зачем он пришел в этот материальный мир. Я не мог дать то, что для чего я пришел. Я пришел даровать вам сокровища. Я хотел дать его вам, но кто может принять? Я не вижу никого, кто мог бы принять этот сокровенный дар. И вот Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он сокрушался и говорил, что та причина, ради которой я пришел в этот материальный мир, я хотел дать некое сокровище. Но я не вижу никого, кто бы мог бы принять это должным образом. Много людей, не только много людей, много преданных также, даже не просто преданных, даже те, кто приняли прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады, они, многие из них тоже не смогли понять Шрилу Прабхупаду. Они ушли от него, некие даже начали критиковать Шрилу Прабхупаду, писать что-то против него. Они думали, что Прабхупад, он не готов позволить им совершать Рагануга Баджан. Они были настолько глупы, что думали так. Они думали, что Прабхупад никому не позволял совершать Рагануга Рупануга Баджан. Они были просто глупцы. Но никто не мог понять сердце Шрилы Прабхупады. Но сейчас это очень поздно для нас, мы совершили ошибку. И вот на берегу Радакунды Шрила Прабхупад говорил Харикатху однажды. Сейчас это Мат Кунджа Бихари на том месте, на берегу Радакунды, и вот он там говорил Харикатху. Шрила Прабхупад говорил, что не идите туда, идите ко мне. Я знаю, вы, может, вам больно сейчас слушать то, о чем я говорю вам. Вы, может, не можете потерпеть этого, но не ходите туда, вы потеряете свою духовную жизнь, вы потеряетесь в этом материальном мире. А если вы То есть не ходите туда, там одни сахаджи, приходите ко мне, слушайте то, что я говорю. Но никто не мог прислушаться к его словам. И вот перед тем, как оставить этот материальный мир, Шрила Прабхупад сказал, что занять людей в настоящем баджане, чтобы занять людей в настоящем Харибаджане, я был вынужден говорить очень жесткие слова. Иначе не было никакого пути. Может быть, они неправильно поняли меня. Но в тот или иной день они осознают то, что я хотел донести до них. Если у них достаточно удачи, то они поймут, почему я был очень строг
использовал жесткие слова, чтобы говорить об этом. И вот на берегу Радхакунды Шрила Прабхупада говорил Харикатху во время Картикврата. И он хотел сказать что-то о Рагануга Бхаджане, и тем временем они подошли к теме о Радхарани. И Шрила Прабхупад не мог дальше ничего говорить. И когда он хотел произнести имя Радхарани, он начинал плакать. Слезы катились у него из глаз. Шрила Прабхупад не мог ничего сказать. И по этой же самой причине Шукадев Госвами Шукадев Госвами, когда он хотел что-то сказать о Радхаране, но он не мог произнести ее имя. И Шукадев Госвами, он мог бы потерять сознание, произнеся ее имя от переполняющих его чувств, настолько сокровенно. Но сейчас она ее преподносит как нечто дешевое. Много людей они не смогли понять Шрилу Прабхупаду. Они думали, что Шрила Прабхупад никому не позволял совершать Рагануга Бхаджан. Но я слышал от моего Гурудева и о других старших преданных, что Шрила Прабхупад, он был на стороне Рагануга Бхаджана, но Шрила Прабхупад никогда не позволял Сахаджия Бхаджан. Он был очень строг. Шрила Прабхупад никогда не позволял нам стать сахаджиями. Это главное для нас. Я слышал, что Шрила Банудев Госвами Махарадж, он пришел однажды к Шриле Прабхупаде один и попросил его рассказать о Рагануга Бхаджане. Шрила Прабхупад, он знает все. Он знает, видит сердца всех. И Шрила Прабхупад, он осознал, что сейчас он достиг того уровня, того возвышенного уровня, на котором он уже может совершать Рагануга Бхаджан. И вот в сокровенном месте они закрыли дверь, и Шрила Прабхупад начал говорить Бхандев Госвами Махараджу о Рагануга Бхаджане. Но перед этим он сказал, что ты должен изучить Вилапаку Сумаманджари. Вот эту книгу написано Рагунатхам Дасом Госвами. И пытайся совершать Харинам. И поверь мне, что Харинам может дать тебе все. Поверьте, что Харинам, он Панчататва, и Харинам, они могут даровать вам абсолютно все. Просто сконцентрируйте свой ум на лотосных стопах Гуру Вайшнава. Не пытайтесь прыгнуть. Так постепенно все явится вам о этом духовном мире. Гуру Варга, она милостива. Но может это выглядеть не так. Внешне. Как, например, в случае с Рамануджачарьей, к нему пришел один преданный, он был его учеником, и он попросил его: о, Гурудев, никого не было, пожалуйста,
Я хочу поклоняться вашему образу в Виграхе. И Рамануджачарин сказал, я здесь, но нет, я хочу получить Виграх, ваш Виграх от вас. Он был уверен, что Виграха Божества. Имеется в виду Гурудев и Божество Виграха Гурудева, они не отличны друг от друга. Вот Нама Виграха Сварупа, они не отличны друг от друга. И до тех пор, пока вы не... У вас не будет должной веры, должного осознания, это все будет бесполезно. Пока вы не... И тогда вы сможете войти на путь Рагануга-бхаджана, если у вас будет должная вера в это. Сейчас у нас нет такой веры. А когда, смотрите, когда был сам Рамануджачари там, то его ученик, он просил, чтобы он оставил ему свое Шримурти. И тогда Рамануджачари одобрил. И вот Рамануджачари отдал Виграху ему и сказал, что я вот в форме Виграхи пребываю в твоем доме. И этот преданный, он верил без капли сомнения. И когда Рамануджачари ушел из этого мира, то этот конкретный ученик, он в алтарной он попросил Рамануджачари: «О, Рамануджачари, у меня есть сомнения, можешь ли ты помочь мне развеять его?» И он сказал ему «Да». И смотрите, то есть Виграха, она говорила с этим учеником. Я сегодня вот могу привести пример. То есть кто-то не может понять величие какого-то определенного преданного. He requests me to come to solve some problem. Tomorrow morning I am going. A very small devotee of Vaman Goswami Maharaj. Nobody can know that he is he is topmost devotee. Нобody can understand. He is Brahmacharya. То есть не все могут понять величие какого-то определенного предмета. In the deity room, Vaman Goswami Maharaj talking with him. Nobody knows. Вот Махарадж говорит, вот есть один ученик Вамана Госвами Махараджа. Running like mad. И он даже сейчас he is distributing thousands of Harikatha to different people. Общается с Вамана Госвами Махараджа. То есть Виграха Вамана Госвами Махараджа. He is giving all Harikatha and any people coming distributing. Он говорит с этим с этим преданным. Thousands of people getting Harikatha from him. So Nam Vigro Swarupa. И вот Нама Виграха и Сварупа. То есть имя Господа, его образ, его форма, они не отличны друг от друга. И Шрила Прабхупада, он должен, хочет вести нас должным образом, но мы не готовы принять их наставление и следовать им. Вчера я говорил, some reason I am thinking so many things I forget. I remember, sometimes I forget. Vaishnavi Bodhishtha Tate Kore Nishtha Tahana Kurile Ravivaru Rapobad Raini. Who is Vaishnav this word? I ask this question to my Guru Maharaj, everybody speaking этот вопрос у Шрилы Гурудева насчет того, что все проповедуют, ездят по разным странам, а я никуда не езжу, и, как сказать, что это говорят плохо. Я спросил у Гурудева, что значит Вайшнава Пратишта в этом случае, поскольку... Я вот хочу от вас получить полное определение, что такое Вайшнава Пратишта, поскольку много людей неправильно понимают, что есть что. Что такое Вайшнава Пратишта и обычно Пратишта. И Гуру Махарадж спросил, а ты что думаешь, скажи мне сначала. И я сказал, о, Гуру Махарадж. He is giving kippah, he like to get in answer from me.
Я сказал, я думаю, что когда я могу находиться, а когда я могу стать совершенным вайшнавом, полностью преданным вашим лотосным стопам, и тогда, когда любая пратишта приходит ко мне, и она не задевает мое сердце, она есть вайшнава пратишта. И Гурудев сказал, да, правильно. Когда вы стали совершенным вайшнавом, полностью вы избавились от всех привязанностей, никакие материальные майя, сатва, раджа и тамагуна никак не влияют на вас. Вы по милости Гурудева вышли из-под влияния всех гун. Я вчера говорил, что с помощью совершенной Гурусевы, если ваше Гурусева несовершенно, если вы делаете Гурусеву на показ, это проблема. Если вы хотите, то есть делаете Гурусеву на показ, это проблема. Если вы совершаете настоящий Гурусева, то это великое благо. Что такое Гурусева? Многие думают, что вот стирать одежду Гурудева, убирать там в комнате, кормить Гурудева, это Гурусева. Многие люди думают так. Думают, что если я живу там в Чайтанья Матхе, а вот чем Баба живет, не в Чайтанья Матхе, то это как сказать, нет. И Кесава Госвами Махарадж смеются, что значит жить с Гурудевом. Сейчас я предваряющие вещи рассказываю. Перед главным, и вот Кесава Госвами Махарадж спрашивает, что значит находиться рядом с Гурудевом. Находиться с Гуру Вайшнавами значит находиться с их сиддхантой, с их ачараном. То есть просто если вы физически живете в Чайтанья Матхе как животное, то ничего не получите, поскольку Чайтанья Матха – это не какое-то материальное место. Чайтанья Матха, он не состоит из камней, кирпичей и цемента. Шрила Кесава Госвами Махарадж говорит. Какие-то преданные могут жить далеко от Шрилы Прабхупады, как Бондев Госвами Махарадж, Кесава Госвами Махарадж. Или Госвами Махарадж и прочие, они находились далеко от Шрилы Прабхупады. Некоторые они даже проповедовали по западным странам, но они были в то же самое время вместе с Шрилой Прабхупадой. Поскольку исполнить желание сердца Гурудева – это главное служение. Вот и в этой шлоке говорится, что хотел дать нам Шри Чайтанья Махапрабху, если мы сможем найти преданного Махатму. То есть тот, кто исполняет желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, то он и есть Шри Чайтанья Прасад. Это главный признак, такой главный признак лично спутника Махапрабху. То есть тот, кто хочет явить в жизнь учение Шри Чайтанья Махапрабху, он своей жизнью являет учение Шри Чайтанья Махапрабху. Как, например, Бхактивинода Тхакур, может, он родился через 400 лет после явления Шри Чайтанья Махапрабху, но он, несомненно, личный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. Или вот Наротам Тхакур, например, и все остальные его спутники. И таким образом, one son staying with father, например, doing all rubbish, giving pain to father. One son staying outside. Отца, например, два сына, один сын живет с отцом, но он только издевается над ним. А другой сын живет за 500 километров, но служит отцу как может. И кто же по-настоящему служит своему отцу? То есть просто физически находиться рядом, этого мало. For father, he is doing some job, collecting money, sending to father, doing all service. Then he is doing service.
Но не все могут понять. Кто-то думает, что просто если физически находиться с Гурудевом, то мы, так сказать, будет выглядеть, как будто они совершают Гурусеву. Но Гурувага говорит, что это не так, это подобно тому, как есть клещи в постели, ну, вообще клещи везде. И эти клещи могут находиться на теле саду, пить его кровь, но разве они совершают саду-сангу? И думаете ли вы, что они совершают саду-сангу таким образом, если какие-то клещи они находятся на теле саду? И сегодня великолепный день. Сегодня у нас есть великая возможность понять, осознать настроение Кришны, что Кришна хотел сделать. Почему Кришна сделал то или то расалилу, почему он совершал? Почему? Все материалисты, философы, писатели, они все неправильно поняли Кришну. Вот был такой великий индийский писатель Бхактивинод Чандра Бхантиопадхьяй. И вот он однажды встретился с Бхактивинод Такуром по работе. И в то время Шанья, он общался с Шилой Бхактивинод Такуром 15 дней, но он не мог понять, он был очень горд и не мог принять то, что говорил ему Шила Бхактивинод Такур, хотя он был очень известный индийский писатель. И в то же самое время можно видеть, что те, кто приняли даже посвящение от Шрилы Прабхупады, они тоже не все смогли понять его учение. Многие оставили его. Что говорить еще? Это естественно, поскольку Кришна, он являет такие лилы, которые для нас практически невозможно понять. А Бхактивинод Такур, он пишет в Джайва-дхарме, но никто не хочет изучать Джайва-дхарму, хотя Кешава Госвами Махарадж, он даже хотел. Он разделил Джава-дхарму на две части, там, где говорится о Расататве и не говорится. Вот у меня есть копия, которую печатал Шрила Кешава Госвами Махарадж, там я могу показать вам, что Расататва она опубликована отдельно. То есть он не позволял многим это изучать, но сейчас мы не заинтересованы в этом, к сожалению. А нужно изучать Джава-дхарму Баджан-Рахасе. Bidhi margo rato jane, sadhinata ratno dane, raga marge karai pravesh. You are less interested to hear this. You like to jump. You like to make yourself a gopi. То есть многие хотят перепрыгнуть этот раздел, как будто есть какая-то фабрика гопи, можно пойти туда и как сказать, сделаться гопи сразу. А Шанта Госвами Махарадж, он обычно очень ругал таких людей. И Гурукишвардас Бабаджи Махарадж, он тоже ругался на тех людей, у которых есть такая, как сказать, склонность. Ну-ка, склонность к сахаджи, у которых есть. И сейчас это такое состояние Рагануга Марга. И Бхактивинод Такур, он хотел дать нам детальное описание того, как нужно продвигаться на пути Рагануга Баджана. И Бхактивинод Такур в своих писаниях, он говорит, как Джава-дхарма, Шрила Бхактивинод Такур говорит, что до тех пор, пока по милости настоящего Рагануга Саду, вы не сможете почувствовать, что вы гопи, если у вас будет такое чувство в сердце. То есть не останется никакого, как сказать,
другого представления о себе как о Боге. То есть нужно полностью избавиться от всего материального. И, то есть когда мы сможем осознать себе гопи, то как вот Рагунатха с Госвами, либо Шрила Прабхупада, либо Бхактивинода Тхакур, он, например, Камала Манджари. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Джавадхарме, и вот принес показать свидетельство, что говорит Шрила Кешава Госвами Махарадж. Me, I mean, edited by me, Guru Maharaj's writing of Bengali, in which Brojo Bhajan Mark, how Guru Maharaj writing, how Keshava Goswami writing, this one book of Damodas Chakamdev, why Sanatana Goswami writing, Jiva Goswami writing, I like to, because you cannot believe me, maybe you can think, вот, Maharaj speaking. Если кто-то не верит мне, я вот принес все свидетельства этому, to show you. Чтобы показать вам. Actually, и на самом деле перед Гуру Махараджем какой-то преданный спросил в Пуре достаточно давно. 70 years, maybe 70 years, 60-70 years back. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж был там. И другие преданные, Джаджава Госвами Махарадж и остальные в Пурушоттам Даме. И там какой-то преданный спросил: «О, Махарадж, почему мы в Гаудимаке, мы совершаем Видхимарг, поскольку мы должны совершать Рагануга Баджаны, что толку следовать Видхимаргу?» И вся Гуру Марга, они решили, чтобы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж ответил на этот вопрос. Давайте послушаем. Это было так же, как с Чатусванами. Один из них говорил, другие все слушали. Как, или как Нава-йогендра. Один из йогендра говорил, а все остальные внимательно слушали. То есть, ну, это не значит, что они не знают. Они, это как бы проверка такая. Testing, Harita. That's why Guru Maharaj. И поэтому Гуру Махарадж ответил: «О, смотри». Actually, it is written in Chaitanya Charitamrita. Vidhi Marga Krishna. Читание Чайтамрити говорится. Nobody can. Вот эти слова, что никто не может обрести Кришна прему через Vidhi Marga. Through Vidhi Marga, you can do bhajan, but you can go. Мы можем совершать бхаджан, но мы можем дойти до Вайкунтхи. You cannot get entry into Vrindavan. Мы не можем войти в Враджадам, во Вриндаван. You cannot get entry. Guru Maharaj thinks, you see my boy. Гуру Махарадж говорит: смотрите, мои дети, наш Гаудия Баджан, особенно Сарасват Гаудия Баджан, мы из Гаудия Матха. Его баджан очень сокровенный, очень возвышен, очень тяжел, и великое сокровище ждет нас. Но мы не можем получить доступ к нему. Многие говорят, что мы из Гаудия Матха, но они находятся как за пределами Гаудия Матха, просто стоят у ворот, но не могут зайти в настоящий Гаудия Матха. И в Гаудия Матхе можно найти Шрилу Бхакти Валлабху Тирта Госвами Махараджа и его преданных. Они в Гаудия Матхе. И как можно понять, что они в Гаудия Матхе? Поскольку Гаудия Матха не отличен. Много раз Шрила Прабхупад объяснял это, что Гаудия Матха значит место, где совершается превосходная сева. Семьи Сакхи и Манджари, но они в форме Гора Паршадов. И вот Гора Паршады, они совершают служение Горанги, а в уме они совершают служение во Вриндаване. Вы понимаете? И вот вся наша Гуру Варга, они... Ваджа индрио, и экстернально вы делаете разные сева.
writing, speaking, everything. То есть внешне они совершают одно служение, но в уме не всегда находится во Вриндаване. Они совершают служение под руководством определенной манджари. И вот то, что хотел дать нам Рупа Госвами, что Гаудия Матх — это то место, где is Yogapit, where all seva going on. Это Йогапит, где происходит различные служения, великолепные служения, они совершают Сакхи Маджари и Кришне. И как можно служить Шри Гуранги Махапрабху? Как? С помощью Санкиртаны. Вы можете служить Гуранги Махапрабху с помощью Санкиртаны, это наивысшее служение. А внутри вы будете совершать служение внутри Вриндавана. И Гуру Махарадж говорит, смотрите, Гаудия Матх — это такое великолепное место, где Рупа Госвами, Санатан Госвами, Рагунат Госвами, они все находятся в нем и совершают свой баджан. Мы знаем, что в итоге мы должны получить доступ к Рагану Габаджану. Но через Vaidhi bhajan you will have to approach. You cannot ignore Vaidhi bhajan. No, we должны through Vaidhi bhajan, because we want to engage bhajan. All bonded soul. Поскольку мы хотим занять всех обусловленных душ. Может, не все обусловленные, кто-то на 50%, кто-то там на 30%, кто-то на 20%, но все же, и так они совершают баджан, развиваются, но их обусловленность, она меньше становится, но все же она есть. И некоторые преданные, например, они очень, как сказать, нетерпеливы. That you see, to cut the bondage, it takes some time. И вот Вишванатха Чакравати говорит, что избавиться от оков, материальных оков, материальных привязанностей занимает какое-то время. How possible? Vishwanatha Chakravarti giving example. И вот Вишванатха Чакравати, он приводит пример. Смотри. Suppose one bondage is there, you know, iron ring, chain there, and one. Suppose one man coming to make you free from bondage. Например, у нас какие-то наручники, скажем, на руках. И тут пришел какой-то человек, чтобы помочь нам разрезать ножовку эти наручники. Вот он. Берет и начинает пилить эти наручники, чтобы освободить нас. И вот Вишванатха Чакравати говорит, что до тех пор, пока вас полностью не освободили, вы чувствуете ту же самую боль. Даже если уже почти распилили ваши наручники, то вы все равно чувствуете боль. И вот Вишванатха Чакравати такой пример приводит. Но мы тем временем, эти преданные беспокоятся, может, они уже почти освобождены, но не все могут дотерпеть. Вишванатха Чакравати говорит, что вы обретете, несомненно, просто потерпите. Gurudev is not a cheater. Gurudev, you are cheater. Не обманщик, это вы обманщик. You wanted to cheat Gurudev, but you don't know. You cannot cheat Gurudev. Вы хотели обмануть Гурудева, но его невозможно обмануть. Вы обманитесь сами в итоге. One sishya speaking. Однажды один ученик говорит Гурудеву. Раде. И Гурудев говорит, перестань. I have no right to speak Раде. Нет права повторять. Раде. Повторяй Гуру лучше. Я говорю Джай Гуру в любое время, первое слово, которое говорю Джай Гуру. Джай Гуру — это моя привычка. Какие-то преданные Джайни Тай говорят, так или иначе. И вот, смотрите, Радхарани, она не настолько дешевая, это не какая-то женщина, что можно относиться как к обычному человеку к ней. И поэтому, первое, мы хотим избежать этой темы. И после этого, когда мы должны слушать Нитянанди Гуранги, Бхакти Микитопунна Раси, Татха Татха Утсарпати Хидья Касмал,
Radha Padam Mujo Sudham Murasi. И постепенно мы можем осознать величие Радхарани, поскольку Радхарани находится внутри Гуранги. И вы так постепенно совершаете баджан под руководством Бхактивинода Тхакура Шрилы Прабхупады. И вы тогда сможете осознать, кто есть Радхарани, как понять, что Радхарани и Кришна не, не отличны друг от друга. Много раз я говорил вот эти слова «саеваса». And the glorification of Bhagavat, Skanda Purana is reading. Soevosa, what is Radharani? That is Krishna. Говорится, что Радхарани не отлична от Кришны. Саевоса говорится. Excellent Ачинта Веда Веда Татва. Великолепный пример Ачинтя Веда Веда Татва. Я в дальнейшем могу более подробно рассказать о ней. Радхарани and Кришна. Радхарани и Кришна, они не отличны друг от друга, но сейчас они пришли в единой форме, что их нельзя отделить друг от друга. Они в форме Гуранги пришли. Форме. Они чувствуют себя как единое целое. Чтобы получить вкус этой любви, они явились в таком образе. Guru Maharaj speaking. Come on, man. Guru Maharaj говорит, что мы должны следовать Видхи Маргу, поскольку в Гаудия Матхи так много людей приходит. Может, они находятся в обусловленном состоянии, но все же мы вначале должны совершать баджан под руководством Гуру Дева. Хотя внешне это выглядит как Видхи Марга баджан, но если вы будете продолжать совершать санкиртан, повторять харинам, то вы будете чувствовать, что вы можете подойти на путь, подойти к уровню Рагануга Баджана. И поэтому говорится, что очень быстро, мне нужно долго ждать, если достаточно терпения, вы повторяете харинам, поверьте мне. Повторяйте харинам, панчататва мантру, и вы почувствуете, что все явится внутри вашего сердца, если ваш гурудев, он настоящий садгуру. Садгуру значит тот, кто вечно существует, у него есть вечная форма. Это процедура такова. И гурудев может вести нас так, чтобы мы могли войти на путь Рагануга Баджана в итоге. И вот Бандев Гасай Махарадж, он очень узнал много о Рагануга Баджане, вот Шрила Прабхупаде, но наедине. Джаджава Гасай Махарадж, он тоже спрашивал Шрила Прабхупаде насчет Рагануга Баджана, и Прабхупад дал им руководство. И Бхакти, он так говорит, что до тех пор, пока вы не почувствуете себя, что вы гопи, что у вас не будет такого чувства в этом же теле, если у вас будет осознание себя как гопи, только тогда и тогда вы можете изучать эти лилы Рада Говинда. Вы можете вспомнить в Дамодараштаке, что говорится. Нама радикавай тадья пьяви. Намананта лилайо. Вот эти слова. Санатан Госвами Пад, он дает комментарий на эту тему. Дамадараштике. И Кешав Госвами Махарадж тоже говорит. И вот Санатан Госвами говорит. Нама радикавай тадья пьяви. Namananta lilayo devayo tubhyam. It's Damodar's talk, you see? So nice. Yeah, what Sanatan Goswami is speaking, I'd like to show you. I can speak, but you cannot believe it. That's why I'd like to show you. Namaradikavai todiyopiyavai namananta lilayo
Namo Ananta Lilaya means all Gokul Lila, everything Ananta Lila, значит вся Gokul Lila, она покрывается этими словами, и внутри этой Лилы Ананта Уджала Раса, она скрыта там, так находится. И вот Садананда Госвами говорит, когда, например, какой-то пир, большой пир, в конце они раздают сладости, сладкие шарики, сладкий йогурт, и вот вы так едите, в Индии такая система, в конце сладости в конце раздают. И Санатана Госвами говорит, смотрите, на санскрите есть такие слова. Мадурена самапая. Мадурена самапая. То есть все, чтобы... Вы едите какую-то еду, и в итоге вам сладости в конце... И Санатана Госвами также говорит, когда Дамодара Аштака почти кончилась, и вот эти последние... Здесь Санатана Госвами говорит, вот этими словами там проявляется сокровенная лила Кришны и Радхарани. Ананта лила значит, они разделили это слово, и Санатана Госвами говорит, в Бхагаватам говорится, что Нойтат самачарет Яту манасапихи анисвара, иси, аббинасати ачаран мудрат, ята роддо адхиям бишам. This is what I like to explain this point, after some time. So here you find, и вот здесь можно найти, Санатана Госвами quoting this word, Санатана Госвами цитирует, even mentally you are not allowed to think about, вам не позволено думать, Secret о сокровенных лила Кришны. You cannot follow Krishna. Не можете следовать Кришне. Even Jiva Goswami, он говорит, what to speak about Madhura? Что говорить о Мадхурасе? Jiva Goswami говорит, что говорить о Мадхурасе, даже all other другие баля лилы и прочее. Сидам судам своим шакхарас. You have no right to у нас imitate. Нет права даже имитировать yes, эти лилы Кришны. Астам тау асё расасварта расантаре опи Кришно бхаво нану бартитабья ити артха. Дива Госвами говорит, in сандарва. Дива Госвами сандарва говорит, что говорит, что говорит о расататва. Расататве, у вас нет права имитировать, totally поскольку имитация она запрещена полностью, даже в Ацале Лилу, Сакья Лилу у нас нет права имитировать. Шаг за шагом мы должны продвигаться по духовному пути. И Санатан Госвами говорит, что это очень сокровенная лила. Рагануга Баджан, Унанта Уджала Раса, и поэтому я хочу... Санатана Госвами говорит, я хотел сказать об этом, но я сдерживаюсь, поскольку вся Дамодара Аштака, по милости Кришны, я объяснил ее, но я хочу... Но дальше я не могу объяснять. Я останавливаюсь, поскольку нет другого пути. No way. What to do? They cannot understand. That's why I like to stop. Что не все могут понять это, и поэтому я останавливаюсь здесь. Тодио прия. Намурадигай тодио прияви. With Radharani, the sacred lila. So Sanatana Goswami reading this way in commentary. I don't want to speak anything about secret lila. И вот Санатан Госвами говорит, что я дальше не хочу ничего говорить о сокровенных лилах Кришны перед многими людьми, поскольку они могут неправильно понять. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, о
человек, смотри, под именем Рагануга Рупануга Баджана Сахаджи занимается какой-то ересью, поют всякие сахаджийские киртаны, и Бхактина такого говорит. Я вот принес эти книги показать вам, что говорится тут, если вы можете читать в Бенгали, можете посмотреть. И вот Бхактина такого говорит. That those who are doing Sahaja Kirtan, то, те, кто совершает Сахаджи, Рагануга Киртан, там и сям, you have no right to у вас нет права participate there, участвовать в них, если вы заинтересованы достичь Рагануга Баджана. Мы должны быть категорически против этой Сахаджи. We should be very strict to stop this kind of false Raganuga bhajan. This way, if people stop singing about all Raganuga bhajan, it's also good. Это очень хорошо, если люди перестанут петь о Рагануга бхаджане, Рагануга киртаны. То есть, вы видите много всяких сахаджи, которые поют очень возвышенные киртаны, но они не имеют никакого отношения к ним. То есть, говорится, что лучше бы, что они вообще ничего не пели. Это очень опасно. Раса Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит в Джавадхарме, что такое раса. Он молится расе как личности, он говорит с ним в трансцендентном мире, в Апракрит-джагате раса есть образ. И Бхактивинода Тхакур возносит свои молитвы этой расе: «О раса, можешь ли ты благословить меня?» Бетито бхавана варто жастаматкара варбу рити риди сатта жалеварам саддате ча расаматаха. Бетито бхавана варто жастаматкара варбу риди сатта жалеварам саддате ча расаматаха. When you can taste, get the, you know, this chance to taste this way. Which way? But when actually all your material conception, all your thinking power, all stop. Doing respective activities, all stop. Your mind not working. Вкус расы только тогда, когда ваш ум, разум. You are in. Ну то есть вы остановите все свои органы чувств. By the mercy of Guru Dev. Some rasa you are getting. Но смысл в том, что только по милости Гуру Дева можно получить вкус расы. Настоящий вкус, поскольку до тех пор, пока мы своим умом будем размышлять над этим, то мы обречены на неудачу. И вот говорится, что ум, что материальным умом, то есть чем-то материальным, тем же материальным умом невозможно постичь что-то трансцендентное. И много раз я уже говорил в Пури, например, что Радхарани плачет и говорит Кришне на Курукшетре. Все в Раджавасе там пошли, чтобы встретиться с Кришной, и Дваракаваси они тоже пришли. Они хотели встретиться с Кришной, и Радхарани пришла туда, она расплакалась и говорит. Анир хидай мон, мор мон Бриндаван, моне воне эк кори мани. Таха томар чароноддай, жоди кара удай, тобе томар пурно кипа мани. I can think that you are giving full kripa when I can find you again in Vrindavan. I like to see your lotus feet. Пойму, что ты даровал мне свою милость только тогда, когда увижу тебя во Вриндаване. Ты вот отправил Удава к нам, чтобы он успокоил нас, но что он может сделать? Ты хочешь
просто отправить Удава к нам, чтобы он рассказал нам о гьяна-йоге, чтобы мы перестали плакать, что Кришна везде находится в вашем сердце, также поэтому перестаньте плакать, но они сказали, Удав, остановись. Можешь ли ты... То есть они говорят, что мы не можем забыть Кришну, а мы не можем забыть Кришну. Если у тебя есть какое-то лекарство, с помощью которого мы можем забыть Кришну, то давай его. Все время Кришна, он приносит нам боль. Он ушел, и мы страдаем без него. А ты говоришь нам о том, как медитировать на Кришну, что он везде находится. То есть они уже на уровне Рагануга-бхаджи находятся, они в Раджавасе, они не заинтересованы слушать то, о чем говорил Удав им. И Удав расплакался и сказал, что он сказал. Нан банде нанда вайасти нам адарену мавиганаса ясам харикатад гитам пунати бхуванатрайам. Удавжи, crying. И вот Удав плача, он произнес эти слова. Аса мохо чаранарену джуша мохамсам бриндаване кимапи гулмалата усадинам ядустаджа саджанамаджа патанчитва Бхиджу Мукунда Бадабим Сутивим Бимига. И Удав хотел дать какое-то знание в Раджавасе, но он получил, он осознал, что он глуп. Куда же он пришел? Это его знание, которое он хотел дать им, оно полностью бесполезно. То, что хотел дать им, это полностью бесполезно там. Они могут дать мне вкус то сокровище, которое у них есть. Они лучше преданы из тех, которых я видел. Мой ум даже не может представить их величие, все мое знание, которое я обрел раньше, оно все бесполезное, поэтому я молюсь, что если я в какой-то день могу стать пылинкой или хотя бы травинкой, во Врадже это будет очень благоприятно для меня, поскольку эти Враджа-гопи, они могут ходить по этой траве, и тогда я могу получать пыль с их лотосных стоп. Подумайте об этом. А самого Чарона Рену, Рену значит одну пылинку. Пыль, он, Удав, он очень осторожен. Он говорит, что хочу получить пылинку, не много пыли, а именно пылинку с Враджа. И поэтому говорит, что моя великая надежда, чтобы получить пылинку с их стоп. Вот на санскрите. То есть он молится именно о одной пылинке. Удав очень осторожно. Я хочу получить пылинку с их лотосных стоп, и тогда я, моя жизнь завенчается успехом. Я не хочу ничего иного. Когда я пришел сюда, я так хотел дать им что-то, но я настолько глуп, когда я поговорил с ними, я обнаружил, что я глупец. И во Вриндаване я самый глупый из всех, и я должен перенять их великое чувство от них. Я принес послание от Кришны, чтобы передать это послание им, но кому? Перед тем, как... То есть перед тем, как что-то узнать о Кришне, они рассказали о своем чувстве, и вот это в Удав-самвате описывается, что он от имени Кришны письмо принес, чтобы прочитать им, но не смог. Они плакали и плакали, они рассказывали о своем чувстве разлуки с Кришной. They cannot bear just. Они не могли терпеть. Even twinkling. Даже. This much time they cannot wait. Даже. That Krishna separated from. Они не могли потерпеть то время, когда моргают.
глаза и обвиняли Брахму, что он глупец. Как мы можем не смотреть на Кришну в это время, пока наши глаза моргают? Кришна у нас настолько прекрасен, он океан расы. И Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, Рупа Госвами Пад также говорит, когда он говорил о Расататве, он сравнил Кришну с океаном расы. Я хочу тебе дать каплю с этого океана, открой рот и высунь язык, и я дам тебе каплю этого нектара, попробуй. So that you cannot come to me, you cannot get rasa, actual rasa. What rasa you are getting? Material rasa. То есть мы получаем материальную расу и не можем, поэтому получить вкус к духовному. И вот перед тем, как перейти к расататве, я объяснил это предваряющее. И однажды я привел пример, еще раз расскажу о нем. В этом материальном мире, например, есть какие-то... любовные истории, они какие-то мужчины и женщины, они любят друг друга, и может кто-то критикует, кто-то не критикует. И вот Шрила Прабхупад приводит пример, вот есть... Этот, Лайла, не знаю, как по-русски Лайла и Мажну, как Джим Дела from England. Вот есть Ромео и Джульетта, есть такая же любовная история в арабских, в арабском мире, не знаю, как по-русски называется. И вот, в общем, это один из таких превосходных примеров материальной любви, но они все бесполезны. То есть, может быть, на материальном уровне они выглядят превосходно, но в сравнении с духовным они полностью бесполезны. То есть их невозможно сравнить с духовным. Они не могут даже сравниться ни в какой степени. И когда я получил вкус к Кришна расе, если кто-то говорит о материальных, то есть материальной любви, мне хочется просто плюнуть на это. И Рупа Госвами Пад говорит такие слова. И когда я получил этот вкус расы, я полностью отказался от всего материального, хотя и материальные, и трансцендентные расы, они все исходят из Кришны, прямо или косвенно. То есть материальная раса, которой мы наслаждаемся, она тоже исходит из Кришны. В Упанишадах говорится, расу вайсах, знайте наверняка, что Кришна – это воплощение расы. Но прямо, все, прямо или косвенно все исходит из Кришны. То есть прямо к саду, а косвенно, так сказать, в моем материальном виде. Но все в итоге исходит из Кришны. В этом материальном мире, как, например, внебрачная любовь, она не одобряется. Особенно в Индии она порицается. Но та же самая внебрачная связь в Раджа-даме – это наивысшая, наипревосходнейшая. Это тяжело понять. То есть, если мы обнаружим... Some gopi can discover his relation with Krishna. Вот, например, связь Кришны с гопи. That time it is highly excellent thing. Why? Это, это пракия раса, она превосходна. Some you develop in Manjari Bhav. Now you get some relation with Krishna, secret relations, which is you can get criticism here. The rasa which is topmost. И вот раса, которая в апракрита в трансцендентном мире, оно наивысшее, но поскольку этот материальный мир это
искаженное отражение того духовного мира, то здесь будет все наоборот, соответственно. То есть самое высшее там, самое низшее тут. И вот в Раджа-даме Сантараса, Даса, Сакья, Ватсаля, Мадхурия, они наивысшие. А Пракитараса, так одна за одной. И наоборот, если вот отражается, мы стоим на берегу пруда и в воде мы видим свое отражение, но полностью наоборот. То есть, ноги будут сверху, а голова снизу. То есть это такое искаженное отражение получается. И также это раса Шанта Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурия, они находятся в этом трансцендентном мире в таком порядке. Они, ну, все, в свою очередь, они разделяются на подкатегории Мадху, раса там, например. Тоже на несколько категорий это все разделяется. То есть любовь гопи в Мадхуре, например, она полностью отличается от тех, кто живет в Двараке, тех жен Кришны. Даже любовь кубжа мы не можем сравнить с другими. То есть любовь к Кришне, она великолепна. Она хочет жить с Кришной. Это хорошо. И Кришна сказал, хорошо, я приду к тебе. И любовь к Кришне. Кубжа. Садарани асаманджаси. Two kind of. Yes, sadharani love. Because though kubja loving Krishna from heart, I know. But still, kubja любит Кришну всем своим сердцем, но у нее есть уже склонность к наслаждению с Кришной, но у Враджа Гопи нету даже запаха этого. No smell of any. No smell. That's why love of Kubja. И поэтому любовь Кубжи, она садхарани. А вот другая, она более возвышена. И те враджа гопи, они не думают о том, что кто-то критикует их. И поэтому Удав говорит вот эти слова. And last sloka. И последняя шлока Шримад Бхагаватам, она относится к Расалиле. Я в дальнейшем объясню ее, то в тот или иной день вы можете войти на этот уровень, если вы сможете. Следовать всему. Кришна, он очень умен. Кришна, он хочет проверить вас. Кришна, он всегда проверяет вас, даже когда вы умираете. Все равно Кришна, он до самого момента, он все равно проверяет вас, станете ли вы успешными или нет. И тогда я могу принять тебя, иначе иди куда-нибудь. By only one point in inside Vrindavan, Gopikas, Krishna says, I have nothing to pay. И только гопи Кришна говорит во Вриндаване, что мне нет ничего, чтобы я мог бы, чем бы я мог отплатить вам. Саддханитам манасринамад атаварнаевджа бхактим парам бхагаватим патилабья камам ऋद्रोगमस्सु पहिनाति अचिरे नधीरा अचिरे नधीरा अचिरे नधीरा What sitting is it? Ничто, что говорится в этой шлоке? Викритам ваджабоди виреданчи вишну. They break all, you know, они rules and regulations. Нарушили все правила и предписания. They like to break all rules and regulations. What system you make in society to regulate society? We don't like to obey. Break.
And they like to run to Krishna. И вот эти... И они отправили... When no system is tolerable to you. И их любовь была к Кришне настолько велика, что они оставили все рамки приличия, принятые в том обществе, и пошли к Кришне. And they like to go run to Krishna, to serve Krishna. Они хотели служить Кришне. They are decorating their body itself. Они украсили свое тело прекрасной одеждой, украшениями. Putting black in eyes, it is written. Oh, come on! They are doing everything for the total satisfaction. Они делали все для удовлетворения Шри Кришны. Not for their personal gratification. Не для себя. No trace, not at all. Smell is not there of self-satisfaction. Не было даже никакого запаха самоудовлетворения. У гопи не было никакого желания делать что-то для себя. Они все делали для Кришны, и поэтому Кришне не было нечем было отплатить им. И мы должны следовать их, идти по их стопам. Еще Кешава Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, они говорят об этом. Анишвара, значит, те, кто не возвысился до того уровня, для них полностью запрещено даже в уме. Какие-то сахаджи, например, говорят, что в уме нужно делать, но это глупо, поскольку ваши органы чувств, если ум их не контролирует, поскольку ум наивысший из органов чувств, если ум не поддерживает что-то, никакие органы чувств не могут ничего делать. И вот в уме, значит, автоматически все... То есть, если ум что-то делает, то все эти органы чувств, они находятся под его контролем. Как мы должны сделать то, что показал нам Амбариш Махарадж. Вот постепенно, шаг за шагом, мы должны продвигаться. Nishtha, ruchistataha. This way actually, after that, athasakti ato bhava. Gradually, one by one, step by step. Adau sadhya, if you have faith, strong faith, shuddhira vishwa, strong faith. Then you can do sadhu sangha, adau sadhya, sadhu sangha, tapa ato bhajana kriya. By bhajana kriya, и мы потом мы можем совершать баджан, и с помощью этого баджана наши анархии не уйдут. Ништа, ручи и прочие стадии. Ништа значит, наши органы чувств не сконцентрировались в одном месте, они не блуждают тут и там. Ручи значит вкус. И после этого... So one by one you can. И вот шаг за шагом мы можем так получить. Бхакти, Бхава Бхакти, Садан Бхакти, Бхакти, Садан Бхакти, Прем Бхакти, Према Бхакти, Чайтан Мапа used to it. Садан Бхакти, Садана Бхакти. Садан Бхакти mean? Садана Бхакти значит. When you are doing когда мы совершаем Бхакти. You are doing through sense organs. Через наши органы чувств. So much fine judgment here. Так много тонких суждений здесь. So much fine judgment. I have no time. У меня нет времени это все рассказывать, но когда-нибудь я более подробно расскажу. When you say когда вы говорите, что бхакти это нечто уникальное, но материальные органы чувств не могут ничего сделать. Но все же Вишвана Чакравати говорит, что когда вы практикуете различные виды бхакти, doing parikram, this, all bhakti procedure anyway, no other way.
Хотя мы знаем, что... You will have to apply first. Starting point, you have to apply all your... You have to do parikrama. Your leg is material. То есть, например, парикрама, мы должны ходить ногами, ноги как бы материальные, харикатху слушать, тоже ушами, умом понимать. Но постепенно, если мы так будем продолжать делать садхана бхакти, значит, если мы совершаем баджан и с помощью наших органов чувств, садхана бхакти, так или иначе мы продвигаемся, но как это бхакти, оно, как сказать, когда ваши органы чувств, ум и все остальное думают о Кришне, то тогда будьте уверены, что скоро ваше тело оно станет трансцендентным. То есть мы не можем сами изменить свое тело с материального на трансцендентное. Это автоматически произойдет. А что хочет Радхарани сказать Кришне? Что для... Ты можешь дать какое-то знание посторонним людям, но ты нам хочешь дать какое-то знание, ты знаешь, мой ум, он не отличен от Вриндавана. То есть Вриндаван не отличен от моего ума. То, что ты видишь, как Вриндаван Даму, это мой ум. There's no difference. И нет никакой разницы между моим умом и Вриндаваном. You understand this one? Понимаете? When you're totally entire, heart, наше сердце полностью grasped by Vrindavan. Поглощено Вриндаваном, и ничего нет, кроме Вриндавана там. Grasped by Baba. Наше сердце полностью поглощено Враджа Бавой, и мы тогда всегда находимся там. И в этом случае только можно сказать, что наш ум не отличен от Вриндавана, но для материальных людей это не так просто. Мадхавендра Пурипад может сказать так, но для вас это невозможно. Нужно следовать вот этому пути шаг за шагом. Садуканам премно падурбхаве бхавет камаха. Бхавет, бхавет! Бхавет means? Бхавет значит, it's a must, это бидилинга. Должно быть, это, как сказать, множество вещество. It's бидилинга. It's a must. То есть, это должно случиться. Now, и сейчас I give you example, я привел вам пример, what rasa is totally regretted, you know, раса, она, you know, в этом мире, она презирается. То та раса, она превосходна в трансцендентном мире, поскольку там нет, есть единственный герой, единственный наслаждающийся, его зовут Враджендрананда, а в этом материальном мире так много наслаждающихся есть. Лай Лама Юрум, Нал Даймонти, Джим Дела, so many. But there is one and single hero. Nobody is here. Наслаждающийся в трансцендентном мире нет никого, кроме Кришны. А здесь так много разных наслаждающихся. И если вы... То есть если здесь вы делаете что-то аморальное, то вас могут наказать, но в трансцендентном мире Кришна, он единственный, кто устанавливает все правила и предписания, и кто же может судить его. So you see, и вот смотрите, Кришна, он адвайгян таттва. There is no other таттва. Нет никакой иной таттва. Но мы видим различия бхакта таттва, другая таттва, дама таттва, нама таттва и прочее. Unity in diversity. Но это единство в различии. Кришна one таттва.
Кришна – это единая татва, но он проявляется в разных формах, но это в итоге адвайя татва, и нет никого, кто бы мог судить Кришну, поскольку в Бхагаватам в первой шлоке говорится. Он Савигья. Мы не можем дать никакого знания Кришне, поскольку он обладатель всего полного знания. Савигья Сарад. Тене Брахма Хида, Я Ади Кавайо Мьянти. So, very nice Bhagavatam Shlok. So, you are going to give advice to Krishna? Если вы хотите дать какой-то совет Кришне, то... Только Кришна, вот Удав, например, спрашивает Кришну, Кришна спрашивает у Удава, что делать, ты вот мой министр, давай советую. Удав начал плакать и говорить, о Кришна, я может, был глуп давать какие-то советы Кришне. Кришна просил у меня совета, что делать, что не делать. И такова ситуация. И Удав начал плакать, когда Кришна ушел. И это тот самый Кришна, он одурачил меня, он спрашивал моего совета. Я был вынужден что-то советовать тому всезнающему, вездесущему, и вечному и везде присутствующему. И полному знанию Кришны. Голкисава Бабаджи Махараджа знает все писания, почему. Хотя он вроде как ничего не изучал, но откуда? Он знает все, почему. Джасмин гатте сарвамидам бигядам бхавати. В Упанишадах говорится, if you know Krishna 100% from heart, что если вы знаете Кришну с полностью, то все остальное знание оно явится в вашем сердце. Если мы знаем Кришну, значит мы знаем все. Такова Сиддханта. Гурукисава Бабаджи Махараджа знает все, может ответить правильно, должным образом на любой вопрос. Правильно ответить. Я могу объяснить эту шлоку в следующий день, и время очень ограничено. Смотрите. Я знаю. Самое сокровенное. Kritam. Vishesh rupe krito in Sanskrit. Vikritam. Vishesh rupeno krito lila. Vikritam prajavadu vididancha Vishnu. Vishnu, this word we use Vishnu, to значит, express this vapak. Чтобы... Infinity. To give this impression. Vishnu. Вишну буквально значит бесконечность. Вишну это значит тот, в ком пребывают все живые существа. Чтобы дать нам представление о бесконечности, говорится слово Вишну. Парикшит Махарадж спросил это для того, чтобы развеять сомнения в нашем сердце. Он спросил у Сукадева Парамахамса Гуру, что Кришна совершает такую лилу, как это возможно. Несомненно, Кришна совершает какую-то непристойные поступки. Почему? Если мы знаем, что Кришна самоудовлетворен, you cannot give anything to any sadhu, pure sadhu. Самоудовлетворяет. То есть, например, настоящего сад ему ничего не нужно, он уже он сам полон блаженства, ему ничего не надо, что вы можете дать, чтобы он был доволен. Он уже и так, как сказать, ну, как он же сам самоудовлетворен, ему уже находится в блаженстве, ему ничего уже не нужно. Ну, конечно, если
to take sannyas. If I am there, ложные сандиасы, например, некоторые люди платят, дают взятку, чтобы получить сандиасу, и некоторые даже одобряют это. Я бы на месте этих людей я бы просто выгнал, чтобы не позорил Гаудия Матха. Сейчас таким людям дают сандиасу, и что делать? И Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о подметальщике Намахата, рынка святого имени. Но мы весь мусор приносим в Гауди Матхи. Но у нас есть как бы свобода выбора, можно выбрать что-то неправильное, вот смотрите, что в итоге получается практически везде такое. Я знаю, если вы сможете слушать и говорить. Vikriditam vajabhada viridhancha vishnu saddham nitam manusranamad ataparnayajya bhaktim param bhagavatin pratilobhya kamam hridrogumasu pahinat achirena dhira. Achirena dhira means very shortly. Achirena dhira значит очень скоро. Kama. Вожделение уйдет из вашего сердца. И Вишвана Чакравати Санатан Госвами говорит, Прабхупад говорит, слушайте, если вы будете действовать как Сахаджи, то ничего хорошего не получится. Chamkirtan, I never like, I don't want to speak this point. You stop Chamkirtan. I like to give information to you that я никогда не говорил, что не нужно пить Ямакиртан. Я просто хотел сказать, что нужно. Вы забыли о главном, то, что нужно. Бхактивинода Тхакур, он говорил в этих словах, что нужно совершать санкиртан. Be careful about Bhaktivinoda. Потом только петь эти киртаны. Элила чинто, аркоро санкита. But you cannot do санкитан. You can do? Санкитан. You cannot do. You don't know what is санкита. А что такое санкитан? Санкитан значит, когда человек Бхактивинода Тхакур дает это определение санкитану, мы должны понимать, так что если мы совершаем харинама киртан, который санкитан мин, которым будет доволен Кришна, и это есть санкитан. Санкитан, at the same point, саммак рупе, perfectly when you are doing. When one was Hare просто, Krishna, а совершенным образом мы совершаем санкитан. Если мы повторяем имя Кришны, when I'm taking Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, с должным чувством, только Кришна, он присутствует в этих именах. Поликале нам рупе шабду, камру Кришна аватар. Кришна, он во облаке. Кришна, он снисходит в форме звука святых имен, как Шридхар Госвами Махарадж, можно на записи, например, слышать, как он повторяет святые имена, он повторяет их так, как будто тонет, он зовет их, чтобы они спасли его, и тогда будьте уверены, что Нитай Гуранга находится, присутствует в этих святых именах, то есть как он повторяет, а мы повторяем не так, как нужно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если вы будете, можете думать об этой лиле, но вы должны совершать санкиртан. И вот внутри имени можно видеть, внутри Харе Кришна Махаматры, всю Враджа Лилу, да. Джива Госвами говорит шаг за шагом. Я могу сказать об этой шлоке очень. Джива Госвами говорит через Харинам. Вы можете видеть все. Намер Колика Прем. Нам. It's just like flower. Имя, святое имя, оно подобно цветку, бутону, точнее. Bird form.
не распустившемуся цветку, если которого поливать должным образом, то оно прорастет, и этот бутон потом распустится. И мы должны повторять святое имя и ждать. И это имя, оно явится само себе, как цветок распускается под влиянием солнца, воды и прочих, и времени. И Бхакти он так говорит, что если мы будем совершать санкиртан, Кришна, он явится к нам, возьмет нас и он позволит там войти в Раджадаму, он поместит нас туда. И Бхакти он так пишет в своих киртанах эти слова, и через Харинам мы должны изучать Бенгали. You must learn Hindi to understand, because so many Harikatha going on. Maybe in Bengali I am speaking some secret thing. Something secret there in the form of Bengali, Bhaktivinoda Thakur writing. Ishod Bikoshipuno Dakhai Nijo Rupaguno Chitto Hari Loi Nijo Pas. Bhaktivinoda. Постепенно Харинам он может так раскрыться, как раскрывается цветок на солнце, и все лилы Кришны находятся внутри этого Харинама. И мы должны повторять Харинам и ждать. И когда Харинам раскроется нам, он очистит наше сердце. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж в книге, в своих книгах он также пишет об этом. И в тот день я сказал, что те разные гуру, которые можно найти в этом мире, те, кто обманывает нас, они не ведут нас должным образом, шаг за шагом, они хотят получить какую-то славу, уважение, почет. Бхакти, те, кто говорят, they are speaking all rubbish. Those are unnecessarily hearing all rubbish. It's not supported by scripture. Неодобренные писаниями, и те, кто слушает, они оба отправляются в ад. То есть те, кто говорит о том, что неодобрено писаниями, и те, кто слушает. So you have to be very careful. И вот мы должны быть очень осторожны, постепенно продвигаться по духовному пути, это гораздо лучше. И Парикшит Махарадж, чтобы развеять сомнения, Парикшит Махарадж от имени всего человечества спрашивает. Что почему Кришна занимается какими-то непристойными делами? Почему он танцует с чужими женами? Это не одобряется писаниями. И Шукадев Госвами говорит, смотри, Кришна, он присутствует в сердце каждого. И в сердце этих жен, мужей этих гопи, он тоже присутствует. И в материальном мире вот связь между мужем и женой, то есть в духовном мире и физическом мире, например, того же Абхиманию или мужей гопи нету. Физически их нету, но есть мысли о них, что они могут быть. То есть это
придает расе только особый вкус, особые чувства. И вот Парикшит Махарадж спрашивает об этом, и Шукадев отвечает: «О, Раджан! О, царь! Everywhere Krishna. Кришна, он везде. Кто муж? Кришна везде присутствует. Гопинам тат патинам ча сарвешам ева дехинам. Жантасча раса адхьякхя кирана неха дехавар. Everywhere Krishna. Кришна, он везде присутствует. Inside, outside, everywhere Krishna. Everywhere Krishna. Кришна, он везде, если вы, Кришна, он знает все, что бы вы ни делали, не думайте, что Гуру Вайшнавов можно что-то скрыть. И вот Парикшит Махарадж и Шукадев Госвами отвечают, что Кришна вездесущ. Нет ничего плохого для Кришны, нет ничего непристойного, все великолепно. Все великолепно для Кришны. Паракия Бава. Я ответил 8 месяцев назад на Гуапаниму, говорила о Паракии Сакия Баве. Много преданных сомневались о том, что Джива Госвами Пада не следует Рупи Госвами, поскольку он говорил о Сваки, а Рупа Санатана Паракии, соответственно. But today life time is very limited. Actually, you can remember yesterday I told Brahmanda Homita Gono Bhagavad Gita. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. Bhavap Barga Bhamataha Jada Bhavid Janasa Achyutasa Samagamaha Satsanga Majarhi Tadaiva Sadgato Paravarishe Toi Jayatirati. That is the main point. Start from this point. Start from this point. Be careful. Bhavapa varga bhamataha jada bhavej janasva tarhi achyuta sat samagamaha sat sangama jarhi tadaiva sadgato paravareshe tvai jayate rati. Asa maho charana renu jusa maham Бриндаване кимапи гулмалатау судинам ядустаджа саджанамаджа патанчахитва бхежу мукунда падабим сутибим бимигам. Ванчакалпатурвасики пасанды бевача патитананг павана повишна бьонама.